Счетчики не в почете, платите по нормативам. В РКЦ снова очереди и скандалы. Кировчане получили квитанции с большими суммами от водоканала и теперь вынуждены доказывать, что должны платить меньше. Так что мне объяснять? Мне ничего не надо объяснять. Вы сами себе объясните. Почему вы так работаете халатно? Почему вы так люди относитесь? Что вы сами какие-то эксперименты проводят? Обстановка в РКЦ на Московской, мягко сказать, напряженная. Люди стоят в очереди по 5 часов. Многие для того, чтобы доказать, что в их квартире установлены счетчики на холодную воду. Кировчане получили первые квитанции от водоканала за холодную воду и водоотведение. Им пришел счет по нормативу, а не по показаниям прибора учета. По словам кировчан, показания они передавали, как и просил водоканал, и совсем не ожидали, что должны будут переплачивать за воду сотни рублей. Люди просто идут и говорят: слушайте, у нас счетчики стоят, мы уже все давно поверили, мы уже все давно передали, но нам никто не считает по этим данным, нам считают все по нормативам, потому что всем хочется тупо попилить бабла. Руководство водоканала еще в начале своей работы обещали, что кировчане не почувствуют никаких неудобств в связи со сменой организации, отвечающей за холодную воду. Просили просто передать показания счетчика. В итоге второй месяц в РКЦ огромные очереди и масса вопросов к новому поставщику услуг. В водоканале, кстати, несколько дней назад заявили, что на тех, кто вовремя не оплатит услугу, будут подавать в суд и потом передавать данные судебным приставам. Будут ли в организации учитывать то, что не всем до сих пор пришли квитанции, неизвестно.